прислал американское письмо того господина, который устроил мое приглашение. Это до того выгодно и легко, что было бы безумием упустить случай съездить в Америку, о чем я так давно мечтал. В Америке, где по телеграфу узнали, что у меня больна правая рука и что я не приеду, очень обеспокоились и ждут ответа. Да или нет? 15 апреля 1891 года к берегам Северной Америки подошло трансатлантическое судно «Британия». В тот день с палубы парохода на Нью-Йоркскую пристань вместе с другими пассажирами сошел и Петр Ильич Чайковский. Так началось американское турне великого русского композитора. За время его пребывания в Америке он участвовал в 6 концертах, из коих 4 состоялись в Нью-Йорке, 1 в Балтиморе и 1 в Филадельфии. Под его руководством были исполнены коронационный марш, сюита номер 3, 2 хора акапелла «Отче наш» и «Легенды», фортепианный концерт номер 1 и серенады для смычковых инструментов. Именно ему была оказана высокая честь открыть знаменитый Карнеги-холл. Сегодня страница американского дневника композитора вместе с вами Берестовой Светлана Безродная, ее певатый оркестр, хор Свято-Данилова монастыря, руководитель Георгий Сафонов, духовая группа оркестра Большого театра, актер Юрий Беляев, пианист Юрий Погиба, лауреат джазовых фестивалей и кубинский контрабасист Абеларда Альфонсо. Звучат фрагменты из дневника композитора, в котором он метким, образным, юмористическим, остро-сатирическим языком описывает свои встречи с американскими музыкантами, политиками, финансовыми магнатами. По сути, перед нами оживший круговой портрет Америки. Не только 19 века, его конца, но и прошлого, а также и нынешнего столетия. Прозвучат также фрагменты из писем Чайковского. Конечно же, его произведение. Хор «Соловушка» на его собственный текст. Фрагменты литургической музыки композитора. Номера из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» из циклов «Детский альбом» и «Времена года», а также его опусы «Вальс» из «Сюиты номер 3» и «Струнная серенада», исполнением которых он дирижировал в Америке. Кроме того, прозвучит и музыка американских композиторов того времени, и эпохи, близкой к той, в которой жил и творил Чайковский.